Здравствуйте! В эфире дневники конкурса «Мисс Екатеринбург-2013». Я Илона Редицкая. Считанные дни остались до окончания зрительского голосования. Спасайте любимых участниц номинанток. Только две из четырех девушек смогут попасть в финал. Белоснежка соблазнилась яблоком, подаренным мачехой, и отравилась. Современные красавицы, прежде чем взять фрукт или овощ, для начала спросят, а это экопродукт? Экопродукты – это продукты питания, выращенные в естественных условиях на чистой земле, без использования какой-либо химии и техногенных воздействий. Согласно мировой практике, цена экопродуктов по сравнению с обычными увеличивается примерно на 30%. В Европе на эти продукты введена единая маркировка. В России также планируют маркировать продукты, произведенные без химических удобрений и ГМО. По оценкам специалистов, за последние 10 лет мировой рынок экопродуктов вырос более чем в 3 раза. Другая составляющая экологического подхода к еде – экокулинария. Она подразумевает потребление сырой пищи, щадящую термическую обработку для овощей и фруктов и тщательную для мяса. В Большом торгово-развлекательном центре всегда можно найти экопродукты. А вот зачем их стоит искать, узнали сегодня участницы конкурса «Мисс Екатеринбург-2013». Здравствуйте, девочки! Сегодня мы с вами поговорим об экологически чистых, полезных для здоровья продуктах. На самом деле продукты, с одной стороны, должны содержать много полезных веществ для нас, а с другой стороны, к сожалению, некоторые технологии, да, получения продуктов, вообще любых, подразумевают внесение в них чужеродных веществ, там, консерванты, это могут быть какие-то другие пищевые добавки или даже удобрения на этапе вот, получения сырья. И вот мы, конечно, понимаем, что продукты, которые минимально содержат вот эти вот все вещества, они нам более полезны. Поэтому давайте вот сейчас попробуем. В большом супермаркете, где есть абсолютно все виды продуктов, в большом ассортименте и разных производителей, попробуем набрать продукты разных групп и будем стараться различить все-таки продукты экологически чистые или, как мы говорим, био- или экопродукты, и выбрать именно их. Ну, вот примерно на один день для своего рациона. Хорошо. Удачи. Вот это мой любимый йогурт, честно говоря. Я тоже его люблю. Мне кажется, это биопродукт, потому что, если посмотреть на срок годности, то всего лишь 10 суток. Это значит, что по минимуму. Ну что, девочки, что-нибудь выбрали? Да, йогурты на завтрак. Вот эта вот приставочка био, она говорит о том, что это живой продукт, он содержит микрофлору, и он не просто полезный, но еще и функциональный. Ну вот у нас с вами обеспечена половина завтрака, потому что традиционно считается, что на завтрак, помимо кисломолочных, которые очень хороши, надо употребить что? Крупы, то есть кашу. Так, девочки, почему мы пришли сюда? Потому что мы углядели огромный билборд с надписью «Био». То есть мы думаем, что это именно те продукты, которые нам надо. Посмотрите, сколько здесь круп. Давайте будем выбирать. Что у нас получилось? Мы выбрали органические хлопья из 4 злаков с добавлениями от рубей. Это на завтрак, а на обед мы выбрали тоже биологические макароны из твердых сортов пшеницы, и нас подкупило название «Био-Италия». То есть это и биология, и для нашей Италии. Смысл этих продуктов в том, что то зерно, из которого сделаны хлопья, или мука, из которой потом получены макаронные изделия, оно выращено на экологически чистых почвах. Если мы будем питаться одними огурцами, точно скинем килограммы. Молодец. Что у нас получилось? Одна сплошная зелень. Да. Да. Пока Почему? Что? Потому что в яблоках много витаминов. Так. Огурцы. Низкокалорийные. Да, низкокалорийные. И кабачок, он тоже полезен для питания. Самое то для похудания. Ну вот у нас с вами есть основа рациона. Это овощи, злаковые. И смотрите, дальше нам необходим белок.
Вот, смотрите, вывесочка био. Давайте филе грудки посмотрим. Куриная грудка – это диетический продукт. Это практически высокобелковый компонент, без шкуры, без дополнительных жиров. Поэтому очень диетический и качественный достаточно продукт питания. Да, и нам рекомендовали его отваривать и питаться только им. Ну вот, единственное, что мы, естественно, добавляем, это какое-то количество растительного масла. Если нам хочется чего-нибудь сладенького, и мы подслащиваем чай, то с точки зрения диетологии лучше это делать тростниковым коричневым сахаром. Таким образом, примерно набирается суточный, ежедневный полезный рацион. И разобравшись с правилами здорового питания, мы переходим к водным процедурам. Здравствуйте, меня зовут Юрий. Мы сегодня будем заниматься с вами акваэробикой. Начнем в поясе. Приготовились. Поочередно колено вверх. Стопа носок на себя. Колено в сторону. Не скручиваемся, а в сторону. Колено выше груди. Затылок вверх. Ладонями вперед-назад. Сильные ноги давят вниз. Хорошо, ноги вместе, бег. Хорошо, лыжный шаг, идем, как на лыжах. Ускорение, темп, руки. Позади палочка. Позади. Касание носков. Вспоминаем. Оп. Оп. Девочки, наше занятие на сегодня окончено. Спасибо вам за внимание, за время. Желаю вам всего хорошего. Все понравилось. Было очень круто на самом деле. Я давно не была в бассейне, и мне очень понравилось. Мне кажется, было видно очень по мне, что мне нравилось. Были задействованы все мышцы, не так как на фитнесе, там ноги, пресс, все по отдельности. Тут работало все тело. Партнер конкурса «Мисс Екатеринбург» – мировая сеть фитнес-клубов Powerhouse Gym. Интересно, а что это такое? Это сухое масло для загара. Сухое? По-моему, оно жидкое. Да, конечно. Оно сухое, потому что после него кожа нежирная, отлично впитывается. Растительные масла, витамины, антиоксиданты, хороший состав. Да, и загар ровный получается, и кожа такая гладкая. Ни лишнего жира, ни сухости. Отличная вещь, советую. Надо будет попробовать. Купите 5 средств из солнечной серии «Биосмос» в салоне 12 месяцев и получите в подарок процедуру «Белый чай». «Белый чай» для эффективного загара и интенсивной защиты кожи. Напоминаю, что зрительское голосование продолжается. Заходите на сайт, адреса которых вы видите на экране, и дарите свои голоса нашим красавицам. Ну а через пару минут мы узнаем, чей поэтический дар смог покорить.
На этой неделе номинированы номер 2 – Кристина Леточная, номер 9 – Ирина Заварзина, номер 17 – Алина Андриенко и номер 20 – Александра Бусыгина. Заходите на сайты www.studio-41.com, www.greenwich.com и www.miss-ekaterinburg.com и голосуйте за понравившуюся участницу. Голосование закончится в воскресенье 28 июля в полночь. Развлечения в столице чудес. Гринвич – столица великого шоппинга. Читайте только в журнале «Теленеделя». Дана Борисова – я до сих пор не замужем. Нюша – похудеть меня убедили мои родители. Стиль жизни – как носить черное платье. Совет от Максима Чернецова. Участницы конкурса «Мисс Екатеринбург» побывали в редакции «Теленеделя» и узнали, как печатается журнал. Вы уже подготовились к поездке на дачу? А может, собираетесь на пикник? Ничто не должно омрачать отдых на природе. Предупредить, а не бороться с последствиями укуса клеща и других кровососущих насекомых вам поможет защитная одежда. Уникальная разработка российских ученых – костюм «Биостоп» для взрослых и детей. Да. У нас какие-то очень умные нынче девчонки все, с каждым годом все умнее. Думаю уже, какое бы им задание придумать, посложнее так, поинтеллектуальнее. Ага, идут. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Да стойте, куда вы так двинулись? Вот все думаю, чтобы такого вам задать посложнее, значит, чтобы вы напрягли голову и чтобы не справились уже с этим никогда. Вот я вам сейчас дам задание. Сочинить стихи, посвященные любимому городу и Экспо 2020. О как! Справитесь? Справимся. Посмотрим. Давайте, берите в руки карандаш, мы начинаем вечер наш. Что ж, начинать? Начнем, пожалуй. Отрывок из оперы Евгения Онегина. Александра, вы готовы? Готова. Прошу. К барьеру. Так, у нас дуэль. Значит, с чувством, с толком, с расстановкой. Я слушаю. Зрители тоже. Встало солнышко с востока, над нашим городом высоко. Свои лучи набросило ярко на стены, окна, крыши, арки. Подул холодный зябью ветер, и отблеск шарташа так светил. И свет этот проник на улицы синих камней. Района в этом городе не было родней. И скажу еще про Экспо. Да. Чуть-чуть. Наш город уникален. Для проведения достойна выставка Экспо-2020. Подстать в овациях, купаться. И солнце светит так ярко, из поля двинулись до ярки. Хотела все и про театр сказать, и про церковь, и все, и классно. Про Ленина. Все мне нравится там вообще рифм сумасшедший просто. Какой-то Владимир Владимирович. Маяковский. Следующий, кричит заведующий. Ирина, к барьеру. Екатеринбург – красивый город. Один из лучших городов на Земле. Каждой тропинкой он для меня дорог и каждый день привлекает к себе. Театры, музеи, скверы и парки. В городе нашем посетить можешь ты. Жителям город дарит подарки и ежедневно исполняет мечты. Пусть каждый житель становится гордым за то, что сейчас он на верном пути. Развитие города – заслуга народа. Осталось лишь Экспо у нас провести. В общем, все понятно. Посмотрим, что сделают ваши, так сказать, вот, соперницы. Кристина, вам слово. Мне слово? Боже мой, идут, какие у них одухотворенные лица, понимаешь, что значит поэзия? Давайте слушаем ваши вирши. Раскинув просторы на двух частях света, взрастает со скоростью каждого лета наша столица Большого Урала. Участие в Экспо свое доказало. Развитый центр встреч и мечтаний. Ты подарил эти годы блистаний. Экспо – мероприятие мирового формата, соответственно, город под стать. Екатеринбург – инновации плеяда, есть где принять и что показать.
Уральская столица к переменам стремится, и Экспо-2020 может здесь воплотиться. И вдруг, как говорится, вмиг все случится. Екатеринбург для мира – новая страница. Мероприятие мирового формата Экспо – в лучшей точке планеты Земля. Да сама планета безудержно рада. Рады вы, рада она, рада я. Вот что значит, стихи написаны на айфоне. Они уже совершенно имеют другой склад и строй совершенно другой, понимаете? И вот, в принципе, они отвечают, я бы сказал, интернету больше сегодня. Да, задание было непростое, но девочки с ним справились. И знаете, справились довольно своеобразно. И мне сложно присудить какое-то место, потому что в поэзии первых мест не бывает. У вас поэзия получилась индивидуальная и отображающая точно ваш характер. Поэтому вы справились превосходно. Я вас поздравляю. На этой неделе номинированы номер 2 – Кристина Леточная, номер 9 – Ирина Заварзина, номер 17 – Алина Андриенко и номер 20 – Александра Бусыгина. Заходите на сайты www.studio-41.com, www.greenwich.com и www.miss-ekaterinburg.com и голосуйте за понравившуюся участницу. Голосование закончится в воскресенье 28 июля в полночь. Хотите отдохнуть этим летом? С 8 июля в эфире Русского радио стартовала акция «Русский круиз», в рамках которой будут разыграны 3 путешествия на теплоходе по Волге. Все подробности слушайте на 105.7 FM в программе «Стол заказ». Лето только-только перешагнуло середину. Самое время порадовать себя парой новых босоножек. Подумали наши девушки и отправились по магазинам. Что и говорить, каждой модной девушке просто жизненно необходимы несколько вариантов летней обуви. Непременно классические туфли для офисных будней, роскошные модные босоножки для вечеринок, ну а на шпильке, на платформе или на сплошной подошве – выбор за вами. Не стоит забывать, что именно обувь может придать образу законченности шик, а может испортить даже самый идеально составленный образ. Итак, начинаем примерку. Безупречным качеством, невероятным комфортом и тщательно проработанными деталями славится немецкая обувь. Оцените сами, в этом сезоне дизайнеры создали настоящие шедевры. Какой же летний гардероб без босоножек? Тренд – сочетание яркого лака и текстиля. В этом сезоне тонкая шпилька покидает пьедестал. На ее месте теперь устойчивый каблук. Ведь благодаря новейшей системе антишок и хорошей амортизации существенно уменьшается нагрузка на суставы и позвоночник. Такая обувь отличается неповторимым стилем и удивительным удобством. Немецкий бренд марка Тотце представляет яркую, летнюю, качественную и удобную коллекцию обуви. Сочные цвета и натуральные материалы – вот два слагаемых отличной обуви. Марка Тотце Greenwich 3 уровень. Внимание, внимание! Разыскивается самая умная, красивая, стильная и находчивая девушка города. Кто станет новой мисс Екатеринбург? Возможно, кто-то из этих девушек. Здравствуйте, меня зовут Ярославна Кудрявцева. Я участница под номером 12. Я одна такая, понимаете? Свободно, словно птица порхая. Вся неземная, похожа на ветер. Такая же озорная, застенчивая, но приветливая. Немножко гордая, как огонь, понимаете? Как природа в Париже, никогда не угадаешь. Молчаливо, вся говорю танцем. Очарую улыбкой и мягким румянцем. Так молода, словно за спиной ранец. Люблю воздух урбана. Люблю, но не жду глянец. Глаза, как сиреневые облака.
как вишня по весне хрупка. Я одна такая, понимаете? Я знаю, понимаете? Я знаю. Здравствуйте, меня зовут Елена Белкова. Я участница под номером 22. Мне 19 лет. Считаю, что нужно ценить каждое мгновение жизни, никогда не опускать руки и идти только вперед. Люблю путешествовать, узнавать что-то новое. Не упускаю ни малейшей возможности стать лучше. Именно поэтому я принимаю участие в конкурсе «Мисс Екатеринбург-2013». Екатеринбург – это столица опорного края державы. Город постоянно развивается, не стоит на месте. Принимает участие в мероприятиях международного уровня. Мы завоюем право проведения выставки «Экспо-2020», станем в один ряд с такими городами, как Париж, Лондон, Брюссель и заявим о себе на весь мир. До окончания голосования осталось всего каких-то 3 суток. Скорее записывайте адреса сайтов, берите в руки ноутбуки и голосуйте за самых милых и талантливых номинанток этой недели. Девушки очень ждут ваших голосов. Завтра итоги недели подведет Нина Савельева. Ну, а я прощаюсь с вами. Пока-пока.